говорим о том, что, конечно, мы не можем допустить того провала, но обратить внимание на существующие тенденции мы просто обязаны для того, чтобы университет развивался как ведущий научный центр. Потому что если сегодня мы допустим то, чтобы БГУ негативно развивалось, это фактически якорь вниз для всей системы высшего образования. Мы отдаем себе в этом отчет. Глава администрации президента, я вам уже сказал, идеология, кадры. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый товарищ президент, администрации изучены отдельные аспекты деятельности Белорусского государственного университета. При этом, как вы заметили, использовался значительный спектр форм, методов, инструментов, проведен ряд бесед с руководителями, преподавателями, в том числе, которые действительно присутствуют в этом зале. В своем выступлении хотел бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, упущениях, может быть, отдельных сложностях в проведении кадровой, идеологической, воспитательной работы вуза. В целом, в кадровой политике БГУ присутствуют элементы бессистемности и нечеткой координации. И при том отдельные проблемы носят хронический характер. Отсутствует системная работа по подготовке кадров высшей научной квалификации. ВУЗу необходим сегодня крепкий резерв руководящих кадров. Однако его состав не пересматривался с 2019 года. Системный подход также отсутствует в организации идеологической и воспитательной работы. Таким образом, в деятельности руководства БГУ имеется ряд серьезных недоработок, которые при сохранении текущего положения дел могут привести, как уже было сказано, к утрате ВУЗом ведущего университета страны. В качестве первоочередных шагов по стабилизации работы университета видится следующее. Первое. Выстраивание стратегического курса развития вуза. Второе. Формирование сильного ректората и управленческой вертикали. Третье. Мобилизация, как бы это может не банально звучало, имеющихся кадрового потенциала университета на решение состоящих задач в сфере образования, науки и воспитания. Четвертое. Переформатирование идеологической воспитательной работы через вовлечение всех категорий обучающихся в конструктивные инициативы. Товарищ президент, доклад закончен. Вопрос стоит ребром. Вы можете управлять вузом и решать те проблемы, о которых говорил министр, или нет? Если вы можете, это одно. Если не можете, лучше скажите сейчас. Потому что